Так, у нас сегодня представление маленьких чаш. Такая компания. 16,5 сантиметров, 7 металлов. 5 металлов 15,5. 7 металлов 15. 15 сантиметров тигровый глаз. 14,5 5 металлов. 14 тигровый глаз. 13,5 5 металлов. Чаша 12 сантиметров. 5 металлов. И вот такая у нас еще чаша есть, 11 сантиметров, 7 металлов. На всякий случай, совсем не на всякий, поставлены чаши тигровый глаз еще и лингам для резонанса, чтобы было слышно, как чаши будут звучать в наборе и самостоятельно. Вот такие прекрасные разнообразные чаши. Чтобы можно было удобно пройтись по ним просто палочкой и послушать.
но я выделил бы здесь разницу по каким-то выраженным особенностям. Ну, я не могу сказать, что прямо вот чаша тигровый глаз, они все будут с этой особенностью, а именно вот среди этих чаш. Чаша 15 сантиметров, 116 номер у нас, 671 грамм. Тигровый глаз. У нее очень интересный перелив. Наверное, следующая чаша это 15 сантиметров, номер 128, 643 грамма. Тоже интересно очень звучит. 7 металлов. Вот эта чаша 16 сантиметров, 129 номер, тоже очень интересно звучит. С ней надо просто уметь работать. У нее вот тоже загнуты края внутрь, и вот эти вот особенности дают ей много что. Ну, чаша 11 сантиметров, она особенная, она такая очень сахасрарная, и как вот звук ом, она такая раз, и вроде затухает, но резко как бы вот так энергию переводит прямо туда, вверх. Это ее особенность. Хотя она самостоятельно вообще быстро затухает звук у нее, но вот у нее есть именно свои особенности, если работать с энергетикой. Вот. Ну, чаша 12 сантиметров мы уже слышали, она в своем классе, ну, прекрасно звучит в своих тональностях для чаши 12 сантиметров. И эта чаша 13,5 тоже, ну, можно сказать, в ней то же самое. Ну, в общем, как и, например, и об этой чаше 15,5. Вот это давало небольшой звон, 14,5, 5 металлов. Возможно, это особенность данной чаши, возможно, что то с ней надо научиться пообщаться, но она не всегда давала звон. То есть, когда мы проводили вот таким образом, звона нет. Ну, как у нас с непальскими чашами было, а если тонкая стенка, то надо научиться с ней обращаться, давать правильную нагрузку. Вот она прекрасно звучит долго, хорошо. Вот. Эта чаша тоже, ну, незаслуженно как-то у нас зависла. Вот эта чаша тигровый глаз, она очень ровная, ну, достаточно быстро затухает она. Иногда это хорошо в наборе, когда нужно недолгое звучание какое-то, ты ударил, и она не мешает. Ну, в данном случае просто факт таков. Ну, такое вот представление о чашах от 11 до 16 сантиметров. Резонанс вы слышали тоже, когда стоят две большие, ну, большие чаши в любом случае, одна или две. Можно немножко притушить верхние частоты за счет их, ну, вот этой низкочастотной вибрации. Они не будут так сильно, ну, как бы отдавать высокую частоту. Это уже в особенности работы с набором. Ну, в общем-то, это все слова, которые можно сказать в данном случае. Спасибо.